Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И добро пожаловать в пятый сезон, в пятую серию. Ребята, что мы сейчас будем делать? У нас записан тут Павниар Саблей, да. Ну, чё-то я не вижу, чтобы они спавнились вот тут. Нужно, наверное, немного подождать. Или они начнутся спавниться, или просто не начнутся. Но давайте, знаете что? Давайте, всё-таки мы будем немного телепортироваться. Минус 1000. А, тут мы не можем писать. Ладно, минус 1612, 82, минус 1340. Минус 1612, 82, минус 1430. Опять я куда-то не туда написал. А, хотя нормально. А, так мы... Так... О, я не туда написал, но мы нашли пустыню. Ребята, я случайно, честное слово. А так мы же можем тпхаться на большие вот эти высоты. Какая нафиг разница? В том смысле, что мы не умрем. Например, давайте, да фиг его знает, на 100. Что? Нифига, мы сможем летать, и еще даже, когда будем падать, то смотрите, мы сможем даже еще передвигаться. И даже в полете можно включить спринт. Это классно. Так. А, давайте, побежали. Опа. 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 Саблей, 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 пожалуйста, стой. Вот, замечательно. Один алмазик. Нет, не дала нам алмазика. Там еще кто-то есть. Нам нужно сейчас как можно быстрее, наверное, домой. Я это прописал вот это ТП, то есть я не ТП-хнулся домой. Как вы заметили, я прописал вот тут, потому что, чтобы запомнить вот эти координаты. Так. Замечательно. Ну, это, в принципе, нам не то, что нужно. Опа, и мы тайгу нашли, да, обычную. Так, а какой у нас там... Какой у нас там... 11-340. 11-75-340. О, прямо тут, офигеть. Мы не будем сейчас идти спать, потому что нам сейчас это не нужно. Зато мы сейчас это все сможем выложить сюда. Это заберем. Это уже можно выкладывать. Это тоже, это тоже, это тоже. Замечательно. Еды у нас, хотя тут у нас есть вроде... Есть вроде... Опа! А знаете что? Хотя... Дайте сначала... Вот. Мы сделаем себе другие крылья, но, наверное, в следующей серии. А сейчас, если у нас получится... О, это кто там? Оникс. Хрен, мы, наверное, Оникса сможем убить. А сейчас, ребята, мы поохотимся на павниардов. Тем самым мы сможем себе добыть кучу железа. И сделать еще какие-то лучшие крылья. Да, конечно, Оникс. Ни хрена себе. С двух... 7000 опыта! Эволюция Марштомпа? Ребята, наш первый покемон, докачанный до последней эволюции. То есть сейчас мы уже даже его можем не прокачивать. Как я говорил, цель сезона, что нам не нужно докачивать до 60 уровня, а просто до последней революции. Короче, все сказал, что не то. Эволюции, и потом мы уже сможем выкладывать в компьютер. Или, например, если у нас покемоны, 5 покемонов в команде, которые эволюционируют на 20 уровне, один покемон, который эволюционирует на 50 уровне, то всех покемонов нужно докачать до 50 уровня, чтобы была стабильная команда. А если покемон эволюционирует на 30, а все другие на 20, то нужно всех докачать до 30, или там, например, до 30 и с чем-то. Фу, вылечим. Нам бы, если честно, очень нужно, ну прям очень нужно Earthquake. Шакал. Иди сюда, черепашка. Опа, и вот это я не люблю. Почему вот эта хрень случается, я не догоняю, если честно. Почему вот это случается? Например, я его хочу сейчас скинуть в бой. И что мне делать? Я даже его лечить не могу, потому что пишет, что он в бою. Вот твою мать, а. Быстренько перезайдем, так уж и быть. Но сейчас, как видите, уже пропали. Павниард Саблей.
Но чё я не замечаю, чтобы тут... Так, какой-то у нас телепорт был один из 340 какой-то. Но что-то я не замечаю, чтобы тут спавнились павниарды. То есть они ночью уже спавнятся в горах. А, точно, они же спавнятся в горах, где изграли. Точно, вот это я забыл. Там саблей есть. Так, вот еще один мастерболчик. Шелбел. Замечательно. Побежали дальше. Точно, я же забыл, что где они спавнятся. А может мы сейчас попытаемся найти? Офигеть, вот эти крылья, я благодарен тому, кто мне посоветовал этот мод, потому что это просто офигенно. Это такой кайф вот так летать, я не знаю, намного как-то удобнее, если честно, нежели на покемонов. На покемонах, вот твою ж. Покехил, вот тут мы лечиться можем, тут такого ничего нет. Вот еще один саблей. А саблеев убрали вот это, дроп алмазов что ли? Потому что мы уже убили около 10 саблеев, нам еще ни один алмаз не выпал. А в предыдущей версии, ну как в предыдущей, тогда в версии предыдущего сезона бывало такое, что... Ну не бывало, даже с каждого второго, с каждого третьего саблея нам падал алмаз. А, ну вот почему. Нам падал алмаз. А вот сейчас... Сейчас что-то он вообще не падает. То есть, я не знаю, наверное, убрали дроп. Саблей. То есть, павниардов тут нету, как я понял, да? Ну, наверное, нужно будет искать какие-то другие горы, что ли. И, наверное, какой-то другой способ заработать алмазы, потому что... Не падает, то есть, наверное, убрали. Наверное, я столько не играл, что вышло там... Ну, не играл, не то, что не играл, а в другие версии играл, что вышло уже много других версий, в которых уже убрали дроп алмазов с саблей. Потому что, как видите, ребята, просто-напросто не падает. А в предыдущей версии практически с каждого саблея падало по 2 алмаза. 1-2. Наверное, они посчитали, что это немного читерски, да, что если вот так охотиться на саблеев, то можно 30 алмазов добыть практически за минут 10, мне так кажется. Но, ладно, убрали, так убрали. Саблей. Потому что, если честно, если бы падали алмазы, то уже бы выпало большое количество. А вот Снорлокса мы хрен убьем, если честно. Да, Снорлокс это Снорлокс, он жердяйский такой, что и куча жизни, и урон, еще и лечится, поэтому его мы, если честно, вряд ли убьем. Так, ну я так думаю, на саблеев тут тогда уже даже нету смысла охотиться. Это чё за хренотень? Это чё такое? Форетрес. Ух ты, ребята. Я, если честно, просто этого покемона первый раз вижу. Но он жестокий, короче. Не, ну в том смысле, что он там и 60 уровень, конечно. Ну, не 60, а 40 уровень. Поэтому и так нас и убил. Но сама суть. Сама суть, что прикольный. То есть я, если честно, давно ну, не обновлял версию, можно и так сказать. И, как видите, просто куча. А, это дерево, я подумал, это шерсть. Было бы офигенно, если бы это шерсть была. Да, мы сюда сможем зайти как-то. Например, вот так. Замечательно, так, секунду. Шерсти тут белой, конечно, нету. Было бы офигенно, если бы она была. Но, ладно, ничего тут такого нету, что нам нужно в данный момент. Поэтому можно выбираться. И, как видите, ребята, уже утро сейчас. Давайте еще пробежимся немного и, наверное, уже потопаем домой. Что нам еще делать? Нам нужно приступить выготавливать, точнее создавать априконы, не априконы, а какие мастербулы, а покебулы, потому что уже какая 5-я серия, а у нас еще даже ни одного нового покемона. Поэтому нам нужно, наверное, начать создавать покеболы. Но для того, чтобы начать покеболы, нам нужно территорию какую-то нормальную себе найти, чтобы посадить там априконы. Но перед тем нам, если честно, еще нужно хотя бы дом себе начать строить. А мы еще даже вот этого не начали. Потому что мы уже вторую серию путешествуем. Ну, ладно, то есть...
Зато у нас уже Свампер 37 уровень, это уже много. Сейчас второго покемона мы, наверное, банально словим Марипа. И потом пойдем в горы, чтобы словить Чармандера. Мне так кажется, как раз Чармандер будет такой нормальный вариант. Потому что Чармандер всегда у нас должен быть, в том смысле, что если он не стартовик, то он хотя бы должен быть в нашей первой команде. Я надеюсь, все с этим согласны. Так. Ну. Вообще, есть такие вот эти, как их там называется? Есть такие покецентры, которые состоят с шерсти. Ну, в джунглях там вроде с камня обычного. Вот мы видели с дерева, есть с кварца, в снежном биоме снега, поэтому с белой шерсти вряд ли. Опа, это что там? Это... Опа! Еще одна деревня. Но... Как деревня? Я не скажу, что это деревня. Но... Хоть что-то, знаете. Хоть что-то есть. Зато мы тут сможем себе еду набрать нормально. Так. Наберем себе картошечки, морковочки. Наберем все, что у них тут есть, и быстренько слиняем. О, там двери открылись, запалили, твою мать. Запалили. Быстренько валим отсюда. На крыльях полетели. Опа. Бонита, нифига себе. Ну, ее нужно ватерганом бить. Это ясно. Так, 38-й. Замечательно. Наш свамперт уже. Фу. Если было бы еще офигенно, если бы мы нашли горы, в которых есть гравий. Опа, это кто такой? Фанпи. Много новых покемонов, которых я хочу, но я пока что их еще не могу ловить, потому что у нас нету покеболов. Но сейчас я понимаю, что как можно быстрее нужно их делать, чтобы ловить вот таких покемонов. И я только вижу камень. Я не вижу, чтобы у нас... Опа! Ну, Чармиллион. Нам нужно как минимум Чармандера. Ну и как максимум Чармандера, потому что нам только его и нужно. Летающие всякие вот эти. Ну, давайте еще, знаете, ребята, немного вот тут мы пробежимся и, наверное, возвращаемся домой. Потому что нам в первую очередь нужно хотя бы найти территорию, где нам строить дом, а во вторую очередь сразу же ставить априконы, чтобы они, ну, выращивались, потому что нам нужно уже делать... Ну, давайте, фиг его знает, если честно. Потому что нам уже нужно делать покеболы. Ну, вот ты сам нападаешь, ты уже умный, ты уже сам знаешь. А с него вроде... Ну, с него так по 2 куска опыта дается, что, в принципе, очень так, если честно, и немало. Да, конечно, с Ченси в предыдущем сезоне намного больше падал, да, по 40 кусков. Но это я уже... Это я уже не об этом, а о чем-то другом, да, думаю. Так, это он... А, ну я всегда думаю, что это покемон издалека так. Опа, это кто там у нас? Фанпи, это тот... Я не знаю, на кого-то он похож, но... Не бегемотик, но... Фиг его. А, я думаю... Да твою ж... Нам еще покушать нужно. Я думаю, почему я опять быстро бегать не могу? Так, 1, 2, 3, 4, 5. С воздуха не попали. Она Фанпи. Я надеюсь, я правильно читаю, потому что я этого покемона, в принципе, первый раз вижу. А, она сама напала. Иди сам. Майди Уотер. Ух ты, ни хрена себе. Ну, конечно, да, не каждый раз попадает, но все же нормальный такой урончик, если честно. 8000 опыта. С одного босса нам выпал ультрабол и мастербол. Первый мастербол в этом сезоне, который мы не купили, не еще что-то сделали, а который мы просто-напросто выбили обычным путем с босса. И он у нас есть. Это просто охрененно. Рулет, это ты, наш старый знакомый рулет. Нет, не ты, рулет. Извиняюсь, но не ты.
дай нам другого рулета. Вот этого. Я думал, эта ошибка уже... Ну, хотя, почему эта ошибка должна... И мы профукали рулета. Охренеть. Еще и босса. Класс. Зашибись. Ах, ну ладно. Побежали. Так уж и быть. Ошибка прям, знаете, так вовремя. Но сейчас я вроде не нажимал вообще R. Я один раз нажал R, чтобы выкинуть... Точнее, чтобы кинуть... в бой нашего Свамперта. И почему-то выкинул опять с этой ошибкой. Хрен его знает почему. Так, ну, тут мы уже были. Я уже по кругу хожу. Давайте 30, 75, 340. Да, прямо тут мы спавнимся. Не спавнимся, а тпхаемся. Так, замечательно, все. Что нам сейчас нужно? Первый мастер Булл. Давайте сразу же его поставим. Вот, хотя нет, нужно с собой носить на всякий случай. Зато у нас, смотрите, ребят, мы убили несколько боссов. А смотрите, сколько у нас уже вещей. Это тупо охренеть, если честно. У нас уже сундук этот забитый. Нужно, наверное, мод скачивать на сундуки. Вот так. Ну что? Место для дома. Давайте, знаете, давайте я туда пробегусь и покажу вам, где я хочу дом построить. Я туда бегу. Да, походу туда. Ну, где-то вот тут. То есть, если там ровная территория, то можно там. Если не ровная, то тогда нафиг. Нужно найти ровную. А не вот такую на горе где-то или еще где-то. Так. 1, 2, 3, 4, 5. И все. Ай, вот туда. Вот еще туда дальше. 4, 5. Ну, вот это так офигенно. Вот этот полет, вот этот. 2, 3, 4. Вот тут, смотри, какое офигенное озеро. Ай, приземляйся сюда. Вот смотри, ребята, может вот тут. Вот тут, возле деревьев. Вот, например, где-то вот тут дом начать строить, вот. Или... А давайте туда еще пробежимся. 1, 2, 3, 4, 5. Или вот тут. Но мне кажется, что на той стороне будет намного лучше. А на этой стороне можно сделать какой-то мостик, например, да? И на этой стороне выращивать априконы. Старли, иди сюда, пожалуйста, не выкидывай нас. Нет, не взлетай. Вот твою мать. Нужно было сразу кидать, когда была возможность. А то она сейчас тупо улетит. Я просто, хоть я сейчас кину 300 раз. В том смысле, тут... Тут же эта трава, твою мать, которая тупо не дает пройти покеболу. Вот, наконец-то. Трава же не дает через пройти вот этому покеболу, чтобы напасть на покемона. О! Это просто охренеть. С двух боссов нам выпадает мастер Бол, ультра Бол и алмазный молоток. Это тупо охренеть, ребята. Класс. Молоток нам пригодится. На него мы не потратили 5 алмазов. И с его помощью мы сейчас сможем быстренько вот это... Алюминий делать, да, алюминиевые пластины. Это тупо охренеть. Но... Ну, дальше уже ничего нету, давайте возвращаться. И плюс к тому нам выпал мастер Бол, что тоже очень классно. Так, даже, да, ну как очень классно, прям охренеть как классно, потому что мастер Бол все-таки первый мастер Бол в этом сезоне, если, например, даже вот Селебище заспанится, да, в лесу. Но тут вроде не такой лес, который нужен, но все же. Она вроде она спавнится где? В обычном лесу, то есть Flower Forest? Или нет? Ну, давайте строим дом. Хотя, как дом? Дом мы еще вряд ли сможем построить, хотя бы начать его строить. Ну, например, я не знаю. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, где-то давайте вот тут, да? Например. Нет, 2, 3, 4. Так. Конечно, это... Не очень много, но иногда и этого хватит, чтобы осмотреться. Так, вот тут, кто не любит, ребят, сразу перематывайте, потому что я уже говорил по этому поводу, что и так это все нужно строить. Так, какая тут у нас? Вот тут, минус, точнее, 270, 240. ТП 270, 75, 240. Да, вот тут. Сейчас нужно потом телепорты будет сделать или что-то еще в этом роде, чтобы быстрее. Так, вот сюда. Замечательно. Шерсть. А шерсть у нас тут есть. Твою мать, я что-то вообще не посмотрел или я за чем-то другим шел, но... Так. Например.
Так, иди сюда. Например. Я не знаю, как это вообще будет, честно. Я просто сейчас сижу, я себе представляю, как это все будет. Например, вот так, да? Например. И вот с этим точно же офигенно дом строить. То есть, можем подлететь. Охренеть, ребят, скачайте этот мод. Это тупо охрененно. Нам нужно туда забраться, да, например. 1, 2, 3, 4. И мы тут. И нам не нужно строить под собой, вот эти блоки. Ну, столбы с блоков, да, чтобы забраться наверх. Это очень полезен мод, то есть полезен, ну, для всего он пригодится, и для постройки, и для передвижения быстрого, еще для чего-то. Только я не помню, как я хотел вот это строить и как это вообще должно быть. Ну, давайте припустим, что вот так, да, и вот тут вот так. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так, допустим. Тут 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну. Ну, например, вот так, да? Тут 1, 2, 1, 2. Вот такой у нас вход будет. Вот так, допустим. Тут у нас. Тут у нас дерево. 1, 2, 3, 4, 5. И вот тут 3. И вот так. Ну, давайте как-то так. Тогда сейчас тут 1, 2 у нас будет. Вот так. Ух ты. Ну, смотрите, это просто офигенно. Я никак не могу успокоиться, потому что этот мод тупо офигенный. Офигенен. Вот так. Тут я не знаю, как лучше всего сделать. Ну, как-то вот такой у нас вход будет. Сейчас, дайте я еще подумаю, может что-то по-другому сделать. Может что-то как-то по-другому сделать. Или, например, тогда, если вот там, то, допустим, тут у нас будет 1, 2, 3, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, вот так, и вот тут. И вот тут у нас вот так. И 1, 2, 3 как раз хватило, чтобы более-менее. Или, например, не вот так даже. Нет. А где это все попадало? С этой стороны? Да, с этой стороны. 1, 1, 2. Да, вот так. Ну, какой-то такой домишко у нас будет. Конечно, ребята, тут еще очень много всего нужно сделать. В том смысле, что у меня даже подходящих ресурсов нету. Все, наша шерсть кончилась, а тут мы еще только переднюю вот эту часть построили. Конечно, тут еще можно что-то будет сделать. Пол какой-то сделать. А пол, знаете, чего мы сделаем? Наверное, пол мы сделаем... ну, допустим, съели. Не кто-то съели, да, а съели. То есть, где она у нас? Да, где-то я ее видел. Да, вот тут где-то мы ее найдем. То есть, вот она, например. Вот это вроде она. А мы ее найдем и, в принципе, сделаем. Все, ребята, давайте на этом уже заканчивать. Не забываем, новая серия выйдет завтра. Если эта серия наберет 200 лайков, 500 лайков, я вам благодарен за поддержку. Вы очень офигенные, ребята, за то, что вы ставите лайки, за то, что вы комментируете. И я действительно вам выявляю просто обалденно какую большую благодарность за вашу поддержку. А что тут у нас уже? Пустыня, да? У нас уже тут пустыня возле нашего биома. Я как-то... А это что там у нас? Что это за хрень? То есть, это там горы, да? Возле гор у нас пустыня. Ну, давайте пробежимся. Давайте пробежимся тут, ну, практически 2 минуты, чтобы просто посмотреть. А вдруг мы, знаете, найдем, ну... А вдруг тут сейчас Грудон перед глазами заспавнится? Все может быть. А прикиньте, сейчас тупо спавнится Грудон, у нас как раз при себе есть мастербол, и мы сразу же его ловим. Уже, тут же, я думаю, Desert Hills, да?
Да, Desert Hills. Смотрите, сейчас, Грудон, приди, пожалуйста. Ну прям, прискакай сюда, прям упади с неба там. Не знаю, какой ты там 500-килограммовый грудоша. Это все такая пустыня, охренеть, какая большая. Это все? Я думал, что-то побольше. Хотя, может, вот тут еще есть? Да, тут еще тоже что-то есть в этом роде. Ух ты, это кто такой? Дан Спарс. Ну, прям офигеть, сколько новых покемонов, которых я даже еще никогда не видел. Ну, в принципе, понятно, потому что это новая версия, я их вообще никак не мог видеть. Нам нужно... Давайте еще посмотрим, вдруг мы еще найдем Desert Hills. Нет, не Desert Hills, а Desert M. Там спавнится Сандил, которого можно будет словить, потому что Сандил — это классный покемон. Там еще вроде в том биоме Сиджилиф спавнится, но Сиджилиф нам не нужен. Там Синтаквила можно найти, Торчика можно найти в саванне. Но... Это офигенно, вот так летать и разведывать новую территорию, потому что это классно. Мы можем найти новые биомы. Ну, конечно, нам еще осталось... О, там босс. Нам, конечно, еще осталось... Что найти? Тот же глиняный биом. Или, например, тот же зимний. В зимний было бы офигенно. Я надеюсь, мы сможем тебя убить, Милтанк. Если ты, конечно, не из тех Милтанков, которые хилятся нереально. А если из тех, то... Мы тебя вообще, если честно, не сможем убить. Покехил. Ребята, мы этого Милтанка даже не сможем убить. Потому что это... Это Милтанк все-таки. Хотя... Нет, мы его сможем убить, если он нас быстрее не убьет. Замечательно. Ух, Даунстон, нифига себе, Френдбол, Даунстон. Класс. Ну почему ты скварца, почему ты не шерсти? Не, ну мы можем, в принципе, заменить ту же шерсть на кварц. Ну фиг его знает. Так, давайте уже на этом потихоньку заканчивать. Уже серия полчаса, и за это, ребята, также не забывайте ставить лайки. Я еще раз повторюсь, что я вам благодарен за вашу поддержку. Вы очень офигенные за ваши лайки, потому что первая серия этого сезона набрала около 700 лайков. Хотя я просил, ну как просил, чтобы вы поставили 500 лайков, чтобы вышла новая серия. Но вы, походу, очень хотите новые серии, так как там набралось целых, ну даже больше вроде, чем 700 лайков. И за что вам реально спасибо, ребята. Надеюсь, вы также продолжите активно ставить лайки, комментировать. И я также попытаюсь активно продолжить для вас делать новые серии в этом новом сезоне. Так, ну, зато мы уже нашли себе пустыню. Опа, опа, а как я это проглядел? Как я это проглядел? Но на этом, ребята, мы заканчиваем. Пойдем сюда мы в следующей серии. Ставьте лайки, чтобы быстрее вышла новая серия, чтобы мы сюда пошли. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.